Супруги Анатолий и Тамара Ржевские знакомы со школьной скамьи. Учились в одном классе, а потом Анатолий поступил в военное училище. Тамара отправилась за ним в Питер. Когда полковник Ржевский вышел в отставку, а его супруга на пенсию, решили вернуться в родные Кинель-Черкассы. Говорят, когда узнали о возможности сделать прививку, решили ею воспользоваться. У них двое детей и шестеро внуков, и супруги думают об их безопасности. Заболевание очень серьезное, и уже во всем мире ученые доказали то, что без вакцинации эта болезнь не победить. Поэтому и мы, как патриоты своей страны и болеющие не только за свое здоровье, но и за здоровье родных, близких, окружающих, мы решили привиться. И у меня невестка, она врач, она сказала, это не обсуждается, прививаться будем обязательно. В Кинель-Черкасский район поступило 3720 доз вакцины. Привито 3500 жителей. Вакцинацию сделали 500. По словам медиков, прививают всех с 18 лет. Самому взрослому пациенту был 91 год. После вакцинации за привитыми следят. Никаких осложнений ни у кого не возникло. Противопоказание только одно – хронические заболевания в стадии обострения. Мы единственные развернули 4 пункта вакцинации, 4 прививочных кабинета. Это 2 кабинета в поликлинике центральной районной больницы. И по кабинету в поликлинике Кротовки и Тимашево. Пациенты идут, записываются, сами хотят. Вакцина хорошая. В первую очередь прививают пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями дыхательной системы, а также медиков и педагогов. Записаться на прививку может любой желающий. Для этого нужно позвонить в регистратуру поликлиники или оставить заявку на сайте госуслуг в разделе «Лист ожидания». Виктория Шарая, «События».